Дорогие друзья, братья и сестры, сердечно поздравляю всех вас с праздником Рождества Христова. Это праздник радости, праздник мира, праздник любви. Перед Рождеством Христовым был длительный пост, когда мы готовили себя для того, чтобы достойно встретить родившегося Богомладенца. В этот праздник мы вспоминаем и Бога Отца Давида, вспоминаем Божию Матерь, вспоминаем праотцев, тех, кто окружали Спасителя в земной жизни. И это дает нам повод вспомнить и о своих родителях, вспомнить о своей семье, если, может быть, мы на кого-то в обиде, простить, постараться в эти дни быть вместе, навестить своих близких, побыть вместе с детьми и принести радость друг другу. С праздником вас, дорогие! С Рождеством Христовым!